Папа, это ты? Что с тобой? Иначе они подумают, что ты сбежал из зоопарка и заберут тебя обратно. Сейчас я перечешу и надушу. Не бойся, это просто расческа. Не бойся. Надо тебя превращать обратно. Пошли!
хочешь фонтан? Ну ладно. Вау! Вот мы наследили. Папа, нет! Не вздумай это пить! Всем привет, друзья! Это канал Кикидо. И пока Каминчик находится в садике, я решил открыть без него его любимую игрушку. Так, только сначала надо разобраться, где же она открывается. А ты еще кто? Вообще-то, я твоя совесть. Как тебе не стыдно, взрослый мужчина, а занимаешься такими нехорошими делами? Какими нехорошими? Подумаешь, открыл игрушку без Каминчика. Чего тут такого? И вообще, я тебя знать не знаю. Не мешай. Отстань. Так. Оп. Здорово, чувак! Привет. А ты еще кто? Ты что, не узнал меня, что ли? Я твой бес! А-а-а, бес! Здорово-здорово! Знакомые лица. Что, решил без Каминчика игрушку открыть? Ну да. Ну тогда давай открывай скорее! Чего ты медлишь? Хорошо. Я бы на твоем месте этого не делала. Что ты скажешь Камилю, когда он вернется? Ну да, это тоже верно. Может обидеться. Ладно. Да что ты свои нюни тут распустил? С камином потом как-нибудь разберемся. Открывай скорее. Ладно. Давай, открывай уже скорее, он идет. Так. Опа. Так. Привет, пап. А что ты делаешь? Я хотел... Папа, ты что, открыл игрушку без меня? Да я просто хотел... Ты что, мы же с тобой договорились! Да я... Открывать игрушки вместе! Да я просто... А ты мне предал! Да я просто хотел, Камильчик, да подожди, не уходи, я тебе сейчас все объясню! Я просто хотел... Красавчик, мужик, не сдавайся. Так держать. Слушай, бро, спинку не потрешь мне? Пожалуйста. О-о-о. Доброе утро, ребята. Что смотрите? Каминчик, а ты куда? Амина, а ты куда? Извини, папа, но я не предатель. Пока. Вы что, меня больше не любите? Я что, в этом доме больше никому не нужен? Я ухожу гулять. Кто со мной? Кажется, никто не хочет со мной пойти погулять. Ну и ладно, сам пойду погуляю. Слышь, рыжая, достала путаться под ногами. Не мешай мне работать. Во-первых, я не рыжая, а блондинка. Во-вторых, я тоже работаю. И хватит портить такого замечательного папу. Я тебе еще раз повторяю. Не мешайся под ногами.
А то, что будет? Хочешь узнать, что будет? Продолжай в том же духе. Ой-ой-ой, испугалась, коленки трясутся. Не могу понять, на что он так обиделся? Подумаешь, открыл игрушку без него. Тоже мне обижалкин. Что? Остался один? Да, один. Говорила я тебе, не делай этого, не открывай игрушку без Камиля. А ты взял и послушался этого беса. Теперь жалеешь. Что ты мне предлагаешь теперь делать? Что-что? Иди мирись скорее. Не забудь зайти в магазин и купи обязательно Лего. Он его очень любит. Слушай, точно, совесть. Если я куплю ему Лего, он точно меня простит, потому что он обожает Лего. Совесть, какая ты молодец, как хорошо, что ты у меня есть. Я побежал. Привет, Камильчик. Да ладно тебе. Слушай, я пришел тебе сказать, ну, типа там это. Ну, короче, в общем, это самое. Ну, в общем, я это, короче, виноват был. Прости меня, пожалуйста, больше я так не буду. Честное слово. Правда? Честное, честное. Смотри, что я тебе принес. Вау! Это же новый набор Лего Сити полицейский. Да. Ты его, надеюсь, не будешь открывать без меня? Нет, честная пионерская. Какое пионерское? Ну, это, в общем, честное слово папы. Так пойдет? Да. Я тебе предлагаю снять на него прикольный сюжет. О, идея классная. И ребятам, наверное, будет очень интересно посмотреть на этот сюжет. Да. А для того, чтобы его не пропустить, друзья, подпишитесь на наш канал Кикидо. Это красная кнопочка внизу под этим видео. И на колокольчик, чтобы не пропустить наши все новые видео. Ставь лайк и обязательно подписывайся на канал. И ты не пропустишь наши следующие видео.